Но почему? Иона, Эбби. Лара. Я кое-что видела. На Тринити напали какие-то существа. Что? Они шипят и быстро двигаются. Лара, это похоже на легенду про Пиштаку. Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, что видела. Ты в порядке? Да, я возвращаюсь. Нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места. Нереально. Больше я не унесу. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Тебе просто нужно отдохнуть. Иона? Мы внизу. Эй. Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? На фреске были испытания. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там.
Оказалась в какой-то пещере. Судя по всему, тут были люди. Иона? Если ты меня слышишь, я у первого испытания. Паук, я заберусь наверх.
Невероятно. Иона, я у следующего испытания. Орла, мне кажется, оно как-то связано с ветром. Я двигаюсь дальше на запад. Сейчас спускаюсь вниз. Тут подземная река. Столетий прошло, а она до сих пор стоит. Если повернуть, то получится лестница. Надо найти, где запустить механизм.
удручающе. Ладно, теперь повернуть эту лестницу как первую. Еще паруса. Повезло. Рычаг слишком старый, дверь не держится.
хочу. Так не выйдет. Еще один подъем. Хуракан, лицом к лицу в посвященном тебе храме. Thank you.
Осторожно. Я прошла испытание орла. Кажется, я приближаюсь к тайному городу. Отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Черт. Ладно.
Надо быть осторожнее.